Закрытость избирательных комиссий привело к тому, что во время досрочного голосования наши наблюдатели столкнулись с многочисленными, массовыми и систематическими нарушениями избирательного законодательства, которое, к сожалению, по сравнению со всеми другими нашими кампаниями, где наша компания наблюдала за выборами, за избирательными кампаниями, была самой негативной за всю историю действия нашей компании. Ярко выразилось два основных момента, которые использовала власть для манипуляции с итогами досрочного голосования. Первый момент – это принуждение к участию в досрочном голосовании. На 17,22% из 182 участков, где мы наблюдали, мы зафиксировали факты принуждения к досрочному голосованию. Это значит, что социально незащищенные, находящиеся под возможностью административного давления группы, такие как студенты, рабочие, служащие госпредприятий, осужденные к ограничению свободы, так называемая химия, были военнослужащие, служащие внутренних войск, были основным фундаментом для обеспечения высокой явки на досрочное голосование. Эти лица принуждались, в том числе и путем угроз либо иного административного воздействия для их обязательного участия именно в досрочном голосовании. Администрации по месту работы, администрации учебных заведений фактически являются в Беларуси организаторами выборов, хотя по закону они такой функции не наделены и, мало того, что не наделены, категорически иметь не могут. И мы каждый день фиксировали беспрецедентное по сравнению с всеми иными ранее проводимыми избирательными кампаниями разрыв между реальной явкой, которую учитывали наши наблюдатели, и явкой, которую выдавали избирательные комиссии. Часто эта разница составляла абсолютно фантастические, такие фантасмагорические размеры, когда на некоторых участках по данным комиссии проголосовало более 500 избирателей, а наши наблюдатели насчитывали менее 100. То есть каждый второй наш наблюдатель в тот или иной день фиксировал такой прием, как завышение явки. Это значит о том, что это было спланированная, систематическая кампания, где комиссиям было указано любой ценой обеспечить необходимый процент явки для того, чтобы и выборы состоялись, и иметь высокие, ну, состоялись не просто, а состоялись при высокой явке избирателей. Что в итоге вылилось, что по данным Центральной избирательной комиссии, около 75% избирателей якобы приняли участие в голосовании. Досрочное голосование в Беларуси перестало быть исключительной формой голосования для граждан, которые по той или иной причине не могут голосовать в день выборов, а стало просто шестидневным марафоном по голосованию, что, безусловно, в том формате не является ни досрочным голосованием, ни может дальше существовать, потому что оно не позволяет контролировать не сохранность бюллетеней в том виде, в каком это есть сейчас, избирательных урн, и является возможностью для принуждения к голосованию.